А вот депутаты, которые входят в совет руководителей представительных органов муниципальных образований Верхневолжья, обсудили актуальные проблемы развития территории. Руководители муниципальных парламентов смогли задать вопросы представителям законодательной и исполнительной власти, высказать свои предложения, обменяться мнениями. Заседание прошло в стенах областного парламента. Об итогах в нашем следующем репортаже. Совет был создан в мае 2006 года для координации нормотворческой деятельности и взаимодействия законодательного собрания с муниципальными представительными органами. Как отметил, открывая заседание председатель областного парламента Сергей Голубев, именно руководители муниципальных собраний, как никто другой, знают ситуацию на местах. Главным итогом нашей с вами работы должно стать совершенствование законов региональных и совершенствование федерального законодательства, чтобы они эффективно работали и приносили реальную пользу людям. И в этом процессе, повторюсь, очень важны инициативы с мест. Вы ближе к людям, вы лучше знаете, где и что необходимо доработать, поменять или, как иногда бывает, даже и сделать заново. Кроме того, у каждого из вас есть свое видение путей развития проблем, и хотелось бы тоже ваше мнение услышать. О мерах социальной поддержки населения за 2020-2021 годы рассказала заместитель председателя правительства Тверской области Валентина Новикова. Большой интерес вызвала информация Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области об особенностях администрирования налогов и сборов, составляющих доходы муниципальных образований, с учетом складывающейся экономической ситуации. Также руководители муниципальных парламентов получили самую актуальную информацию о межбюджетных трансфертах из областного бюджета местным. Я как председатель Тверской городской думы, конечно, меня интересует город Тверь, те налоговые отчисления, которые идут в областной бюджет, те суммы, которые выделяются для города Твери, также какие будут и выделялись субсидии для города Твери из областного бюджета. Поэтому достаточно очень интересные для меня вот лично два доклада, которые я сегодня послушал, они очень актуальны. С детальным докладом о ходе реформирования муниципальных образований Тверской области выступил заместитель председателя законодательного собрания Александр Клиновский. Это один из самых резонансных законов, в первую очередь касающихся органов местного самоуправления. Руководители представительных органов смогли задать вопросы, высказать свои мнения и предложения. Очень полезная, на мой взгляд, актуальная информация была предоставлена, в том числе по наполняемости бюджетов, по преобразованию муниципалитетов в округа. И стоит отметить, что сегодня подводились некие итоги за прошедший 2021 год. Это всегда важно делать для того, чтобы понять, в каком направлении двигаться в дальнейшем. Такая работа должна продолжаться. Я первый раз участвовал в таком заседании. Не хватает информации, взаимодействия с коллегами из других муниципальных образований. Мы обменялись контактами и будем обмениваться мнениями и теми направлениями, которые выбрали в своей работе. Завершая работу совета, председатель областного парламента Сергей Голубев отметил высокую заинтересованность руководителей местных собраний и призвал активно вносить предложения и замечания по всем актуальным для муниципалитетов вопросам.